В управлении Роспотребнадзора по Тверской области рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в регионе. Пока в Верхневолжье все в рамках нормы. На 6-й календарной неделе в области выявлено 5200 случаев ОРВИ. Также регистрируются случаи заболеваемости гриппом А, преимущественно штаммами H3N2. Более половины заболевших – это дети. Для сохранения здоровья ведомстве напоминают о необходимости соблюдения профилактики по предупреждению заболеваний ОРВИ и гриппом. Существует специфическая профилактика гриппа – это вакцинация. Но так как сейчас сезон вакцинальный уже подходит к концу, то существует также неспецифическая профилактика. Это избегать контакта с лицами с признаками инфекционными заболеваниями. Это кашель, насморк, чихание, недомогание, повышенная температура тела. Больше бывает на свежем воздухе, особенно маленьким детям. Но стоит обратить внимание на то, что не надо укутывать детей в очень огромное количество одежды, потому что дети очень подвижны, у них активный образ жизни, они бегают, скачут, прыгают, потеют, и тем самым велик риск переохлаждения, заражения инфекционными агентами. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тверской области.